сегодня у нас с вами такая беседа. Я так человек откровенный, открытый. Не то, чтоб я там выворачиваюсь наизнанку перед своими посетителями канала, но тем не менее я хочу быть понятен. И это главное, главное. Главное. У каждого человека в жизни разные моменты бывают, моменты бывают. И вот немножечко о проекте ютубовском поговорим. Поговори со мною, мама, о том, о сём поговори. Ла-чи-бру-ба-джи-ба-джава. Я вообще-то, как это часто бывает, человек начинает какое-то дело, и он в него и вкладывается, и ожидает. Но вот тут-то вложение и отдача имеют большущий дисбаланс. Ну, ради правды, что я хотел бы вам сказать, что 18-й год, это где-то примерно 20 ноября было 6 тысяч подписчиков, насколько я помню. За 18-й, или это в 18-м было? За 19-й год, да, за 18-й год было 6 тысяч подписчиков, 20 ноября. Я начал усиленно работать, посмотрел там, как кто там работает, в том числе Виталий Островский. То есть на кого-то равняться-то надо, это очень важно. Вот, как у него, как он там эти видео там, ну не то что обрабатывает, а именно описание там, ну стал примерно так делать. И вот за 19-й год сейчас на сегодня, именно на сегодня, на 14 февраля чуть больше 21 тысячи, 21 и 100 примерно подписчиков. То есть прирост существенный. А видео я выложил. Видео сколько там? Ну, видео где-то за 800. То есть в течение года было выложено под 900 видео. Сейчас у меня примерно 2100 видео. А начал я вообще всем этим делом заниматься в 14 году. Ну, тогда я не знал, так повылаживал, канал шел. И вот давайте-ка мы кое-что посмотрим, чтобы нам было как-то понятно. Конечно, кому интересно, кому не интересно, ну, можете не смотреть. Итак, вот смотрите, я открываю YouTube. Вот он, колокольчик уведомления. Что мне пишут? Значит, оставил один Эдуард. Очень жаль. Что жаль? Так, следующее. Простите, уважаемый Петрович, я был уверен, что длительный голод может все. Оказывается, не все так просто. Действительно, голод может, но не все. А это значит Вилсаком. Далее вот пользователь Ваня Панюк оставил
Комментарий. ГП многими болезнями не страдал, поэтому у него в библиотеке собраны разные советы и рецепты. Кроме рецептов, вот давайте вот это вот щелкнем. В интернете можно заглядывать и в библиотеку ГП. Кроме рецептов. И в библиотеку. Читать дальше. Ну-ка. Вопрос эффективности, это уже другой вопрос. Может, на начальных стадиях оно и будет снимать воспаление, когда уже пальцы на ногах углом завязаны, то тут одними травами и мазами не получится. Ну, что сказать? Ване. В библиотеке, в основах здоровья, дана система. Понимаете? Система, которая прекрасно обходится там, без рецепта. Именно система нормализации работы организма. Что как? С учетом индивидуальных особенностей, как это все сделать. Ну, кто-то видит вот так вот, да? Потом снимать воспаление на начальных стадиях. Вот именно на начальных стадиях необходимо уже бить во все колокола и не доводить себя до того, чтобы связало узлом. То есть это все должно сделаться до того. Пошли боли, видите, шишка начинает расти. И вы, я же там привел, какие причины. То есть вот примерно смотрите на перечень этих возможных причин. И начинаете с ними работать, устраняете. Если этого не делать, а только там, допустим, на травки надеяться или еще там что-то. То есть однобокость. Человек – это многоуровневая структура. Мы в основном говорим только о физическом теле. Физическое тело – это возможно, знаете, как вот айсберг. Мы видим над морем какую-то часть и думаем, о, какая она здоровая. А под водой там еще в несколько раз больше. Так вот, то, что творится в наших тонких полях, ну, я думаю, оно не в сотню, если не в несколько сотен, более важно, нежели то, что делается с физическим телом. Физическое тело уже результат того, что в тех телах делается. А не то, что мы думаем, ага, только питание, только еще что-то, так еще что-то. Я не буду распространяться. И если мы надеемся только на один какой-то рецептик, не задействуя все остальное, вот не получается почему-то этот рецепт, хотя у некоторых он и помог. Это ж не просто так люди-то применяли и получили. Чем отличается народная медицина? Тем, что оно передает свой опыт. Но мы-то все разные. Значит, если у вас не получается, что-то еще задействовано. И там я довольно-таки много разных причин перечислил. Это я перечислил то, что я знаю. Но это не значит, что я все перечислил. Там еще ого сколько. И вот задача заключается в том, чтобы вот это все, по крайней мере, для себя узнать, разобраться. Никто за вас, как вы уже понимаете, не хочет разбираться, вникать в ваши вопросы. А так, да, сейчас сделаем то и все, и шишку убрали. А что она потом опять может вырасти, это не касается. Ладно, вот я вам показал. Что мне пишут? То есть постоянно в каких-то я терках состою. Вот тут вот это так, это вот не так, это вот еще как-то. И что бы я хотел сказать вообще? Вот то, что я изложил в книгах, нужно освоить самостоятельно. Люди-то освоили. И кто освоил? Кто действовал, получил прекрасные результаты. Почему так и ценят меня, как автора? Автора не рецептов, а методы. Вот в чем различие. Далее. Народ не хочет работать в подавляющем большинстве.
Он хочет вот что-то простое, там какую-то пилюльку, допустим, вот я сейчас понюхаю нюхательного табачка. И все, гайморит у меня там пройдет. Но оказывается, он может пройти, но потом опять возникает из-за того, что он-то возник не из-за того, что тут что-то там скопилось в пазухах, а механизм вот этого скопления в пазухах, он как был, так и остался. То есть надо над ним работать. И тогда, возможно, без табачка от этого обойтись. То есть идут какие-то постоянные, понимаете, вот это вот негативное какое-то вот воздействие. Я его прекрасно чувствую. Так, аналитика по каналу. Вот смотрите, сколько нас. 21 106. Просмотры. Вот он, 95,5 тысяч на один. Это средние данные, последние данные за 28 дней. Значит, просмотры 95,5 тысяч. Время просмотра часы такое-то. Доход 47,89 долларов. Даже на 14% вниз. Ну, нажмем на аналитику. Так, еще посмотрим. Вот она, аналитика за последние там 28 дней. Вот вы ее все видите. Я с вами делюсь, рассказываю. Вот сейчас смотрят за последние 48 часов, посмотрели 5870. Какие лучшие видео, шишки на ногах набирает, простатит, потом метод волевой ликвидации глубокого дыхания идет. Вот он график, эти все 28 дней, что тут было, поскакало, да? Лучшие видео, ну. Ничего выдающегося нету. Ничего выдающегося. Смотрим на комментарии. Вот теперь посмотрим на комментарии. Кто что комментирует? Так. Чистка печени, заключительная рекомендация. То есть рекомендации уже даны. Все уже дано. У меня все так и было 20 лет тому назад. В этом году тоже хочу не пропустить момент благоприятный. Ага. Значит, тут красавчик, жирный лайк. Тодик типа бизнесмен с амбициями, с фамилией увековечен керосин, в Америке бизнес не пошел, к нам приехал облапашивать людей. Ну, знаете, я бы не сказал, что он облапашивать людей, так уж, если вот эту фразу разобрать. Вот смотрите, почему... Ну, вот из этой записи я могу судить. Не пошло дело с керосином в Америке. Да потому что там фармацевтическая и медицинская структура, назовем ее так, она там уже рынок захватила, создала там законы, и пробиться туда, а тем более там с керосином, просто невозможно. Там уже все, то есть рынок полностью захвачен. И более того, законодательно подкреплено все, что ты сам ничем не можешь заниматься. Вот только там медик к специалисту, медику, и у него лечишься. А чтобы там с керосином, нет, у нас свои там лекарства, поэтому здесь дело не пройдет. То есть... В цивилизованном мире там уже давным-давно все поделено, повязано и узаконено. Там нету ниши. Раньше, возможно, и была ниша народной медицины, но так как это приносит доход, эта ниша была, значит, ликвидирована, и ее поделили соответствующие там фармацевтические и медицинские какие-то компании. Так. Увековечил керосин, так приехал облапашивать людей. Ну, не знаю, как бы тут выразиться, что-то тут сказать. Оставлю это без комментариев. Хотите, значит, этот керосин
От Тодика, пожалуйста. Хотите от Майкопски, пожалуйста. Далее, шишки на ноге. Вот Екатерина. Екатерина. Ой, Геннадий Петрович, все ваши наставления для сказок. Не жить, а только бегать, делать упражнения. А, кстати, я говорил, что вы не считайте меня каким-то там фанатом, который там дышит через одну ноздрю, потом через другую, стоит на голове, там голодает, там бегает и так далее. Я такой же, как и вы, большой лентяй. Ну, вот этим вот увлекаюсь. Но это не значит, что я тут постоянно. Я неоднократно говорил вам о том, что надо так создать свою систему самооздоровления или ведения здорового образа жизни, чтобы она вам не мешала. Если она вам будет мешать, если она вам будет в тягость, то вы ее, конечно, забросите. Поэтому я делаю ровно столько, чтобы быть довольным в своем состоянии. Но не более того. Бросьте все это. Я встретила детей 6 и 18, которые не жили, а нажили себе косточки. Так вот, смотрите, вот эти дети нажили себе косточки. И вместо того, чтобы разобраться, а как они их нажили, и что надо сделать для того, чтобы это дело не наживать, ну вот, вот такое вот случилось. Кстати, я как раз ходил по лесу, я на эту тему немножечко там рассуждал. То есть, почему это произошло? Что надо сделать, чтобы этого не было? Что с этими детьми случилось такое, в какие условия они попали, что такое произошло? Какая-то аномальная вещь. И вот такая вот сказочка мне говорится. То есть, это уже негатив. Теоретик, вы классный, но мы живые люди, все эти советы не для нас, я уверена. Больше нечем заниматься, только лечиться. Забросим все на свете. Жизнь вроде длинная, как туалетная бумага, а мы ее тратим на всякое г. Как говорила Фаина Раневская, а наследственность никто не отменял. Ну, вот о чем это говорить? Я привел... Как раз там я уже говорил, я приведу вам свою беседу. Примеры, то есть вот та рецептура по лечению этих косточек, это живые примеры были. Это не просто я там придумал, рыбу прикладывать, там слюной мазать или еще что-то делать. Люди нашли способ, вот они искали. И они тоже не хотели там, чтобы они там лечились постоянно. Но когда их припекло, вот они обо всем забыли и начали этим заниматься. Потому что боли не давали им ничем заниматься. А так вот, вот так можно. И еще разок я говорю о том, что жизнь – это интересное явление. Оно не заключается, конечно, там в лечении или еще там в чем-то. В поддержании. Разумными средствами, доступными, необременительными. Я же об этом говорю. Периодически, допустим, есть такие периоды, когда можно действительно там углубиться, что-то там сделать, типа чисток там организма, профилактически. Вот, а наследственность никто не отменял. А что наследственность, если наследственность? То она должна тогда у всех проявляться, наследственность. А одна только вот у двоих там проявилась. Может быть, да, какая-то там наследственность, что-то там такое. Но в этом деле разобраться, потому что вот дети, у них получилось такое, а взрослые и дяди, которые должны так им помочь, и тети, они говорят, ну это наследственность, ну что поделаешь, ну мы тут ни при чем. А вы тут как хотите. Дыхание – это настолько мощная система, что Геннадий занимается со зрителями чем угодно, только не этим. А я дыханием не занимаюсь, я сразу хочу сказать. И вот в беседе я говорю
Почему? Примочки разные, настои, закаливание, урина и так далее. Но дыханию среди этих популярных направлений места отводится настолько мало, что есть сомнения в его намерениях. И сам то он дышит ртом. Сапожник без сапог. Рассуждение на вот эту вот тему дыхания я уже рассказал. Просто тут немножечко добавлю то, что я-то должен что-то объяснить, и что я должен закрытым ртом через нос объяснять. Странно как-то. Естественно, я открывал рот, говорил, что там показалось. Так, выглядит вкусно. Ну вот, было бы интересно ваше мнение о канале Александра Закурдаева, друга Неумывакина. 310 тысяч подписчиков. Проанализируйте и сравните со своим каналом. Может быть, станет ясной причиной вас интересующие. Знаете, буквально таки вот, вот сейчас, перед тем, как подняться, я смотрел телевизор. И там как раз про одного блогера. Для того, чтобы сделать популярнейший контент, он предлагал следующее за деньги. Значит, вот выпей мои мочи, я тебе дам 10 тысяч. Выпил он это, заснял, выставил. О, народ смотрит. Что он смотрит? То, что люди, доведенные до крайней нужды, нищие, готовы все делать за деньги. Потому что у них стоит выбор, либо жить, либо вот это сделать. Даже вот так. Девки там титьки показывают. Еще там что-то такое. То есть и вот это набирает просмотры. Вот оно. То есть вот в эту сторону ударится там. Ага, просто-напросто там рецептуру выкладывает там. Да, вывалю там рецептов, да и все. А там как хотите, так и разбирайтесь. Можно, конечно, и так. Но мне не хочется. Вот знаете, как вот в том фильме «Кавказская пленница». Хочу купить дом, но не имею денег. Могу купить козу, но не хочу. То есть мне не хочется разного рода ерундой заниматься. И в то же время то, что я попытался капитально сделать, оно не надо. Вот. Я уже, наверное, буду повторяться. Ну ладно, пускай повторяться. Я выложу и то видео, которое я снял утром, и вот это вот видео. Это то, что у меня шишки на ногах. Вот сделайте вот видео, сделайте видео. Я зашел в свою же библиотеку, которая доступна для вас. На компьютере она прекрасно читается вот на моем, на мониторе. Конечно, на телефоне там как-то будет неудобно. Для телефона не адаптировано. Нашел и рассказал. Я потратил свое время, понимаете, свое время. Когда оно, эта информация вам нужна. Вот, о, что я буду там читать? Мне удобно слушать. О, как хорошо. А мне хочется тоже развиваться, что-то дальше делать. Вот видите, у меня тут стоит сканер, вон она стопка книг. Я все это делаю, перерабатываю. И я вот начал этим заниматься. И знаете, я вот... как отдохнул. А когда я занимаюсь каналом, я вот почувствовал, что какие-то несоразмерные идут траты. Просто несоразмерные траты. И ты, как говорящая голова, только пересказываешь то, что уже давно, давны известно. Вот. И значит, могут ясны причины вас интересующие. Да, я интересовался, как Островский Виталий ведет. У него уже за миллион.
Народ смотрит не более там 7 минут. На больше не хватает ни терпения, ни времени. Раз, и причем там заголовок такой, все, вот это съел, и пищеварение у вас там на 100 лет вперед будет лучше. А это сделал, ага, это там вот такое будет, и так далее, и тому подобное. То есть такие заголовки. И вот это тогда коммерческая вещь. Канал стал на коммерческие эти, и тогда интересно работать. Все это дело пишется, там, ну, не без того, что там рецептики это там помогают. Не буду говорить, что там они работают, не работают. Ну, вот так вот. То есть, видео должно быть не более там 7-8 минут, лучше 4 минуты. И вот за это время тут надо тут сказать и при этом написать, что в случае чего, если будете делать, это просто информационный канал. Так, вот другой человек пишет, Дженни Коннор, день назад. Метод бутыка. Только время зря потерял, никогда не слушайте людей, которые чему-то учат, но сами это не практикуют. Ну, не буду комментировать. Да, я это не практикую. Но я просто понял механизм действия. Что необходимо делать и что необходимо чувствовать. И далее, далее, далее. И, кстати, она набирает просмотров чуть ли не больше всего. Так, Ирина Мохова, дальше. Отчет год оздоровительной работы. Вот как раз. Спасибо вам за ваш опыт, за книги, статьи. К сожалению, не получается по времени охватить все, но даже та информация, которая отложилась в голове, приносит свои положительные результаты. Уверена, что у вас впереди много интересных наблюдений и открытий. Новый виток. Да, я думаю, что новый виток. Но для того, чтобы завинтиться, надо углубиться в это дело. Я очень много времени трачу на канал. Вот буквально так и знаете. Ну, не хочу сказать, что практически все свободное время. Но тем не менее. Оно вот здесь вот. Ну, вот для таких людей. Для таких людей. Вот это другое дело. Но их мало, мало. Так. Шишки ноги. Вот такой с юморком дядя, да? Да, вот такой с юморком. Потому что без юморка невозможно что-либо рассказывать. Денис Богат, здравия. Сделайте, пожалуйста, видео о выбросе желудочного сока в гортом ночное время. Проблема с этим долгие годы. Может, какой-то совет дадите от рефлюкса заранее? Спасибо. Вот смотрите, это видео. Если хорошо его делать, надо к нему подготовиться. Найти материал, обмозговать, тара-та-та-та-та-та-та, изложить. А страдают этим, ну, единицы. И вот все эти блогеры, которые там ведут каналы именно с коммерческой целью, они таких видосов не делают. Вот они говорят, вот будет 1000 лайков, я что-то там подумаю, проделаю. А так это попросту потраченное время. Но тем не менее, вот, что я бы хотел сказать Денису Бога. Вот есть такая методика очищения полевой формы жизни. Поделай ее. Скорее всего, у тебя стоит какой-то блок, что вот он дает вот такие вещи. То есть... Долгие годы. Было какое-то эмоциональное потрясение когда-то. И после него, незаметно, потихоньку развилась вот такая вот ерунда. Поэтому вот этот блок убрать можно с помощью очищения полевой формы жизни. Это я так думаю. Но это не обязательно, что это так и есть. Но попробовать можно. Вот Коля Рус, опять шишки на ногах. Я 3 года мучился с шишками на пальцах, пока не начал покупать обувь больше, чтобы узко не было. 2 года ничего не болит. То есть простое решение, причина оказалась, одна из причин, в том, что обувь тесная. Видите,
Такое простое решение. А если его не сделать, пожалуйста, шишка там будет, и потом ее там надо выдалбливать у хирурга. Вот смотрите, такая вот простота. И это надо было заметить раньше, до того, как уже вот эти вот шишки перекрутились у вас пальцы. Так, Маркис Пентонсен, когда цветочной пыльце видео будет? Будет, я как раз нашел хорошую статью. Будет интересная статья, цветочная пыльца. Сразу скажу, конечно, цветочная пыльца должна быть более-менее свежая, качественная. В цветочной пыльце собрана квинтэссенция жизненной энергии растений, то есть тот потенциал, который дает начало жизни растения. Поэтому это очень сильная и мощная вообще-то вещь. Я уже не говорю о том, какие-то там вещества и так далее. Я смотрю в суть. И если вы ее будете употреблять там более-менее регулярно, результаты будут прекрасными. Жан Садель, спасибо. Очень интересно. Хоть и нет такой проблемы. Снимите видео о языке, пожалуйста. Начал рваться что-то по центру. Не знаю, что делать, и плохо это или норма. Ну, конечно, если что-то рвется, это плохо. Тем более, что это болит. Язык наш. Вот я не зря выставил. Понимаете, как вам бы сказать? Так как я прошел много всего, я для себя отобрал важное. И одно из важных — это диагностика. В том числе есть диагностика по языку. Прорванный язык, по-моему, там нету, но по другим параметрам там есть. То есть диагностика. Вот эту вот диагностику почитайте. Там несколько видосов о диагностике. Чтобы вы понимали, что с вами примерно происходит. Ну, надо же не читать, а смотреть даже, это я уже сделал. Так, Наталья Боровик, вопрос к вам не по теме. Что более необходимо и полезно для организма, фрукты или овощи? Ну, например, фрукты, особенно кислые, разрушают эмаль. Бывает даже изжога. Но смотрите, и фрукты, и овощи хороши по сезону года. По сезону, когда они есть. Это как раз та пища, которая нам нужна. Фрукты летом, ну пусть там сохранились, ладно, там зимой там. Овощи, корнеплоды в основном там это будет и зимой там сохранены. Далее, многое зависит от индивидуальных особенностей организма. У кого чрезмерно, вот допустим, как у меня, выражен жизненный принцип желчи, то у него слабая эмаль, и у него уже так кислоты много, и любая... Вот это вот кислый вкус через кислые там эти фрукты в основном, цитрусовые в основном, даже пускай они сладкие будут, но вот, вот все равно там это есть. Они начнут действовать на вашу эмаль. Значит, это все мы убираем, что необходимо полезно для организма. И фрукты полезны, и овощи полезны, и каши полезны. И много чего, что полезно, как говорила моя мама, все полезно, что в рот полезло. Но после того, как оно залезло к нам в рот и дало свои реакции, вы по ним начинаете судить, насколько это вам полезно. Вот, так, далее. Значит, дядь Гена. Крокодил вы наш. Неужели и вы опустились до всяких лайков, страйков? Вы же как дуб. Осмоленный, нерушимый, движущийся истиной, но не интернетом. Хотелось бы быть вот таким вот. Но для того, чтобы быть вот таким вот, надо иметь материальную основу, о которой бы ты вообще не думал. Что вот она есть и так далее. А как вы видите, я так между делом покажу. Вот эти камеры, штативы, принтер, сканер, кстати, вон там еще, музыка, фотики-мотики, вот эти компьютеры, которые постоянно
устаревает. И уже этот устарел компьютер 2012 года начал слегка подтупливать, хотелось бы побыстрее. Вот они компьютеры, эти гаджеты, эти тут диски, шмиски, это тут зарядное устройство там. И всякие прочие балалайки, накопители, вот это вот еще. Требуют мани. Вот если бы они просто были, я как-то вам уже рассказывал, вот два человека, один говорит, я могу сделать, дайте мне деньги на мой проект, и я его сделаю. Что он сделает, как он сделает, не ясно. Вот он мой проект, 2100 видео, книги, все это бесплатно выложено, вот, он уже готов. Целебная кулинария, ну и что? И особо никому это и не надо, чтобы кто-то там, знаете, материально там помог, да, мол, сам справится. Тут они только камер, смотрите, раз, два, три, четыре камеры, чтобы тут по-всякому снимали, не говоря уже об этих двух, вот и вот. Дальше, смотрите, я не спускаюсь, а вот смотрите, что мы сделаем, вот видите, вот такая вот ерунда, как монетизация есть. Я только на нее раз щелкаю, на монетизации. Что тут написано? То есть, зачем вообще YouTube? Правда, матка, которая очевидна. Это базар. YouTube — это большой базар. Каналы — это палатки, которые базар предоставил в качестве места. Для того, чтобы вы, делая через канал деньги, платили этому базару, чтобы он на вас имел. И что вот вы видите, пишет, монетизация на канале. Обзор, продажа фирменных товаров, спонсорство, суперфункции. Превратите канал в источник дохода. Хотите узнать, как зарабатывать на YouTube? Изучите информацию ниже. Вот хотите узнать? Так, варианты монетизации. Реклама в видео. Вот я думал, что только на рекламе в видео. Но не получается. Включите на своем канале монетизацию и рекламируйте. И рекламодатели смогут размещать в ваших роликах объявления. То есть тут оказывается не просто видео сделать, а видео сделать так, чтобы она, как бы сказать, затрагивала тот или иной вид рекламы. Чтобы эти рекламодатели к вам подтянулись. Вот тогда-то канал заработает. А так как ты тут пишешь, что тут все можно бесплатно сделать, получается, что ты знаешь, ты не наш, ты чушь нам, какого ты хрена на Ютубе делаешь. Далее, фирменные товары, продавайте товары с символом своего канала. Рекламировать их можно в специальном разделе на странице просмотра, подробнее. Спонсорство, включите на своем канале функции спонсорства и предлагайте своим зрителям, то есть вам, бонусы за ежемесячную плату, то есть подробнее, то есть посадить вас на какую-то зацепочку. Вот скажу, а вот это я видео сделаю, если вы мне будете это. И у меня уже ум будет работать не то, чтобы там описать чистку печени, там так и сяк рассказать, значит, а как бы это сделать так, чтобы вы за это заплатили? То есть ум начнет работать совсем по-другому. Кстати, немножко очистки печени. Я как-то хотел жирную точку в этом деле поставить, но, так сказать, не получилось. Не получилось, чтобы вовлекли в какой-то вот такой вот разговор, в какой-то тут камни, не камни. Вернемся к истокам. Чистка печени, не желчного пузыря, а печени, для того, чтобы печень заработала нормально. Во время этой чистки выходит разного рода ерунда. Когда я ее сравнил, именно я вот это ее сравнил, а не кто-либо там другой, это только вот я это сделал,
с тем, что там нашел в большой медицинской энциклопедии, оказалось, что на вид, что там изложено то, что вышло, напоминает камни, вернее, конгломераты. И, как они пишут, вот эти вот камни, они бывают воскоподобные, выходят, пигментные, выходят. Даже твердые выходят в виде семечек. У меня лично выходили, и вот кто-то писал, и у него выходили, да? Что касается очищения желчного пузыря, то там особо не говорилось очищение печени. Подразумевалось, да, что, мол, желчный пузырь очищается. И тут вот народ ухватился за то, что вот должно тут очищаться камни и так далее. УЗИ, вот-вот не получается. Первоначально чистка печени делается совершенно для других целей, для того, чтобы привести печень в порядок. Этого не может быть. Короче, своими разглагольствами увлекли меня вообще в сторону, что мне пришлось соображать, что к чему. Сейчас-то я уже так прекрасно все это понял. И кратко вам говорю, чистка печени для того, чтобы печень привести в начале. При этом выходят разного рода конкременты, камни, как их там называют, которые как раз и описаны. Воскоподобные, пигментные там и так далее. Даже твердые. Но желчного пузыря, как вот там говорят, там не все выходит, далеко там и все. То есть твердые там остаются. Ну и пускай там себе остаются. Это хорошо, что они там и остаются. Задача этой чистки совершенно иная. Привести печень в порядок. Для того, чтобы организм заработал по-другому. А вот для того, чтобы там растворить уже вот этот камень там, той или иной, применяются совершенно иные средства. Вот так вот. Что касается этой чистки печени. Короче, вы поняли. Далее. Суперс. Поклонники могут отправлять платное сообщение во время прямых трансляций, пример, а также оставлять особые комментарии к видео. В частности, функция включает суперчат и суперстикеры. Вот, подробнее, как это сделать. То есть, вот она. Как это превратить канал в источник дохода. То есть тут, как он меня назвал? Что я опустился до всяких лайков, страйков. То есть опустился до лайков, страйков, но не до того, чтобы вот как-то изощренно подталкивать вас на то, чтобы вы мне платили. Вот значит, вот дуб осмоленный, несокрушимый, движущийся истиной. Вот, движемся истиной. Но все это до поры до времени. У меня самого очень много интересных проектов. Проектов хочется все это дело сделать. Вот. Я сделал вот это вот видео, вот Анна Архиповская пишет. Ура, дождались видео, а то нет времени на библиотеку. Если бы кратко, был бы смысл читать, а так слушать удобнее, если кратко. Потушу я камеру. Вот смотрите, вот эта вот краткость и как раз служит нам медвежью услугу. Наше здоровье – это очень серьезная тема. И для того, чтобы, я уже на эту тему говорил, чтобы познать свой организм, как он работает, как там он устроен, а тем более поддерживать его в здоровом состоянии, нужны знания. На это надо потратить какое-то количество часов. Я их постоянно вот
трачу, мне это как-то интересно. Люди не хотят, они хотят вот так вот. И получается, что я написал, еще читаю. Будто мне, знаете, вот больше нечего делать, как вот этим заниматься. И более того, получается, что я еще и должен это делать. Мне это интересно заниматься. И я вам рассказываю, интересы пропадают, появляется что-то другое. Поэтому канал, конечно, я забрасывать не буду, но, как говорится, существенно приторможусь. Потому что вот эти еще споры различные, выходит, не выходит, да вот там-то, туда-то, вот это. И это, я уже там в видео говорил, что сколько нас тут, 21 тысяча, это подписчиков, а смотрит еще в 3 раза больше. Хотите? Я сейчас вам покажу. В 3 раза больше. И каждый из вас связан с своего рода ниточкой. И эта ниточка идет ко мне. Хорошее, плохое, все тут в моей, будем говорить, ауре, в моем организме. Все это как-то преломляется, как-то все это работает. Мы вот не хотим думать там о магии, то что это там ерунда и так далее. Да вот он интернет, это сплошная магия, то есть мы вошли. Если раньше там кто-то там что-то там наколдует или на того-то действует. О, я вас не вижу. Я вас не вижу. Вы меня видите. Мы общаемся вот так вот. Это уже достаточно, чтобы уже пошло какое-то воздействие. Так, что я хотел вам. Так, аналитику. Вот она, аналитика. Смотрите тут. Включаем. Итак, включаем аналитику. И начнем. Начнем сейчас разбираться. Так, подробнее. Ага. Время. Смотрим подписчики. Просмотры. Ну-ка, давайте вот так посмотрим. Ага, просмотрим. Значит, показы вообще 1 миллион 300 тысяч. На 2% больше. Уникальных зрителей. Уникальных только зрителей. 42,8 тысячи. А подписчиков в 2 раза меньше. Раз, вы чувствуете? Так, показы значков. Видите, тут приведена вся эта информация. Источники трафика. Смотрите, чистки организма занимает. Вот столько-то. Доброго здоровья. На 2-м месте. Целебная кулинария там на 3-м. Паразиты на 4-м. Кто откуда смотрит? Как правильно дышать по методу Бутейка? Больше всего голод, чистка печени, домысловность. Дыхание по методу Бутейка. Опять-таки, все интересуются дыханием. Я сказал, для того, чтобы заниматься любым видом дыхания, от вас требуется дисциплина и самоорганизация. Дыхание требует ежедневных занятий. Желательно в одно и то же время. Из 1000 человек это может выдержать, ну, наверное, 1-2. Остальные не смогут ни самоорганизоваться, ни сделать. Но смотрят, вот, мол, сейчас я подышу, и что-то со мной будет. Так, значит, вот я вам показал источники трафика. Далее, взаимодействие. Что-то взаимодействие у нас. Вот оно, взаимодействие потихонечку у нас сходит на нет. Сходит на нет. Так, опять-таки лучшие видео. Видео, у которых больше всего кликов по конечным заставкам. Я перестал делать конечные заставки. Вот перестал это делать. Вот, понимаете, вот зацепить человека так или не надо через конечные заставки или еще, чтобы он не уходил с того канала, чтобы он смотрел так и сяк. Так, самые эффективные конечные заставки, самые подходящие, видосы, подсказки, самое новое, популярные листы, прочистки, тем не менее, доброго здоровья. Прочистки вы можете почитать в библиотеке. Капитальный труд. Без очищений нет исцеления. Далее.
Плейлист «Доброе здоровье», «Целебная кулинария», «Паразиты человека», «Мой травник». Вот сейчас я сосредоточусь больше на своем травнике. Так, это так. А теперь смотрите, аудиториумы. Щелкнем. Среднее число просмотров одним зрителем. 2,2 раза. Все. Дальше ему неинтересно. И теперь смотрите, время просмотра подписчиками. Без подписки смотрит 61%. С подпиской 35%. Неизвестно столько. То есть практически в два раза больше людей смотрит без всякой подписки. Мужчины 56%, женщины 43%. Далее. Страны. Россия практически 50%. Украина 15,7%. Казахстан 87%. Беларусь. Германия. Можно еще подробнее сделать. Смотрите, сколько тут у нас подробнее смотрит. Киргизия, Молдова, Узбекистан, Соединенные Штаты Америки. Они тоже, видите. Потом Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Латвия, Литва, Финляндия, Италия, Болгария, Таджикистан, Великобритания, Испания, Турция, Польша, Франция, Канада, Швейцария, Эстония, Чехия, Австрия, Бельгия, Швеция, Сербия. Это там, где имеется русскоязычное население. Так, теперь что там? Возраст зрителя. Возраст зрителя, смотрите, с 13 до 17 0,1%. С 18 до 24 уже 6,4%. Уже народ интересуется. Это очень хорошо, что в таком юном возрасте интересуются. Далее, 25, 34, 16, 35, 44, 21 и 1, 45, 54, 23%, самое больше, да? 55, 54, 22, 65 лет и старше, 11. Время просмотра по часам. Вот, с 25 лет смотрят по 64, больше всего. Ну, взрослое население. Пол зрителя, мужчины, женщины, дата, источник, статус подписки, расчетный доход рекламы, статус подписки, без подписки, видите сколько, с подпиской вот неизвестно, даже Ютубу неизвестно. Просмотры, смотрите, без подписки 64, ну, 67%, с подпиской 29, ну, 20 лишним раз. Время просмотра, тара-та-тара-та-та-та-та-та-та. Тип устройства, тип устройства, вот интересно. На чем смотрят? Мобильный телефон, естественно, на мобильном телефоне. Библиотеки, книги из библиотеки читать очень трудно. С компьютера хорошо. Планшетный ПК нормально. ТВ совсем мало. Игровая приставка еще есть. О, с игровой приставки смотрит. То есть это надо смотреть желательно с компьютера или с планшета. Дата, источник. Вот сколько смотрели. Метод Бутейка, геморрой, простатит, прорыв печени, чистка печени и так далее. На первом месте стоит Бутейка. Далее геморрой идет. Видите, сколько тут процентов. Простатит, прорыв печени. То есть вот надыбал тему, допустим, дыхание. И попер там по ней. По геморрою попер. Прорыв печени для чего? То есть вот эти вот наиболее там чистки, которые, вернее, видосики, которые приносят, вернее, темы, которые приносят наибольший процент, вот их и проталкивают. Остальное все забросить, оно не приносит никакого этого. Поэтому на этом можно не даже зацикливаться. Так, сравнить, что там сравнить, видеотрафик, так, как мне тут перейти теперь на канал. Ну, доход посмотрим. И доход. Цена за 1000 показов по воспроизведению 1,74 доллара. И вот она идет от программы там, как от гню к гню. Вот она тут. Вот эти вот все вещи. Пиу, мя-мя-мя-мя-мя.
Вот такие-то дела. Расчетный доход с разбивкой по месяцам. Давайте посмотрим, чтобы вы смотрели. В сентябре 64, октябре 82, ноябрь 70, декабрь. Это январь столько. Февраль 20 пока, но не закончился. Источник дохода, расчетный доход от рекламы. Все, чтобы вы понимали, что да, вроде как можно зарабатывать, но не у всех это получается. А для того, чтобы получилось, значит, надо вот такие вот видосы снимать, как я говорил. Вот тебе 10 тысяч рублей, выпьешь мою мочу? Не выпью, а за 15. За 15 выпью, все. Снимают это, выкладывают. О, видите как, а, вот это да. Ну, вот такую вот мерзость делай, и будешь популярен. Как-то мне этим не хочется заниматься. Ну вот я с вами поговорил, погутарил. Идеи для вас. Хотите, чтобы пользователи чаще переходили к вашим роликам? Узнайте, как работают алгоритмы поиска и обнаружения видео на YouTube. Начать. Вот мы и начали. Поиск. Вот тут академия. Алгоритм. Раздел следующий. Но это все на английском языке. Так, урок первый. Поиск и обнаружение контента. Как выбирать для роликов интересные значки и названия. Вот, видите. Описание видео. Для чего нужны подсказки, конечные заставки. График публикации и плейлисты. Сотрудничество с другими авторами. Экзамен по курсу. Безопасный текст добавить. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Ну вот так вот как-то. Вот и все до копейки. Ну, видео еще посмотрим, вот, чтобы видели видео. Вот они видео. Вот они просмотры. Вот они ставят комментарии. Шишки на ногах. Вот. 845 просмотров. Готовлю завтрак. Готовлю завтрак. Такая ерунда. Готовлю завтрак. Она 1340 набирает. Как-то грустновато все это дело. Неоправданно большие усилия затрачены в течение года, я так сказать, решил вложиться. Приобрести свой собственный опыт. Я его приобрел. Ну, будем продолжать. Но не так рьяно, как это хотелось. Изменим там эти технологии. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!